Хей, гайз, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Дредер. Поехали. Это игра флешлайта. И мои что-то люди смотрят фотосессии какие-то. Короче, экран. Это компьютер, что тут еще у нас есть? Больше ничего. Мейз. Если вам нравится что-то та-та, визуальный релакс, что-то понятно, поехали. Окей, у нас открываются какие-то двери. Добро пожаловать в Мейз. Enter. Ага. Я не должен врезаться. Окей, мы спускаемся ниже. О, смотрите, я веду мышкой, и внизу передвигается тоже мышка. Заметьте, класс. Ау. Чик-чик-чик-чик-чик. А ну-ка, может мне скорость по мышке уменьшить? Немножечко прибавлю. Ага. Сложноватенько. Ого, ну еще оказывается само что-то меняется. А ты одинокий? Типа ты в одиночестве, ты одинокий? Нет. Но. Заметьте, я нажимаю, и там тоже нажимается. Прикольно сделано. На улице ночь. Дерево шатается. Звездное небо. Что-то, блядь, было. Вы видели, там рука была? Я думал, это дерево. Типа ветка, это... Ладно. Оно телепортирует. Оно мышку телепортирует. Я что, виноват? Ясно. Nothing behind. Позади тебя что-то есть. Обернуться. Либо продолжим. Давайте обернемся. Ну... Рейдин. Что-то там было написано. Ага. Я понял. Блять. Да блять. Так, кто-то стучится мне в дверь. Открыть дверь. Найс. А! Так, 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 так. Наш персонаж ускорился.
Так, это, знаете, есть игра про кошака, где мы должны котом играть. Обернуться. Кто-то открыл дверь и закрыл ее. Кто-то в доме. По-любому кто-то в доме, потому что картина шевелилась. Фаре. Что там было? Си. Ну, мы отплываем. Поплыли. Я хотел... Ладно, потом прочту, что там было написано. Я хотел просто... Что-то там... Си... Что-то валяется на земле. Подождите, кто-то снимает, как мы сидим. Кто-то точно позади нас. Бля. Окей, мы просто... Я не могу повернуться. Он очень близко. Но я не мог нажать. Но до этого я не мог повернуться, я пытался. О, блин! Меня обманывают. Так, там что-то красное. Оно движется. Так, ладно. Да, он за мной? Он за мной двигается. Да ёлы-палы. Бля, он просто пролетает через это все. Бегаем. Черт. Черт, черт, черт. Чтобы вы понимали, у меня мышка и так медленная, но...
в игре оно немного телепортирует мышку. А может быть оно видно? Kill. Убить что-то там. Какой-то программный скелет. Теперь нам одели эту херню. Конец. Ну что, походу на самом деле это конец. Поэтому, ребятки, давайте на этом закончим. Но если говорить об игре. Игра довольно прикольная, чтобы вы понимали, это флеш-игра. Что она из себя представляет? То есть... Я двигаю мышкой, я кликаю мышкой, и оно отображается в игре, да? То есть, как я мышкой веду все вот эти процессы. Страшные моменты, довольно прикольный геймплей. Да, коротко, но все равно, типа, в виде 3D с какими-то возможностями. То есть, мы можем повернуться, что-то посмотреть, и типа того. Мне, на самом деле, игра понравилась. Да, она короткая, но были... Два момента стрёмных. Самый стрёмный момент, это как, когда мы повернулись, поворачиваемся обратно, и чьи-то руки просто за компьютером. Монстр, но такое. Ну, в принципе, что? Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.